Вошедший в историю как седьмой сталинский удар, Явско-Кишиневская наступательная операция силами 2-го и 3-го украинских фронтов принесла Приднестровской земле в августе 44-го года окончательное освобождение от немецко-румынских захватчиков. 75 лет назад долгожданный мир и свобода пришли в Бендеры. По случаю знаменательной даты глава государства направил обращение в адрес жителей города и ветеранов Великой Отечественной войны. Велики были страдания и лишения жителей оккупированных территорий. Бендерчане крепки своей исторической памятью. Они помнят об ужасах оккупации, помнят и всех тех, кто на алтарь победы положил свои жизни, тех, кто освободил их от фашистского ига. Люди старших поколений бережно передают эстафету памяти молодым, чтобы никогда не был забыт подвиг советских воинов. Великий подвиг всего советского народа, подчеркнул Вадим Красносельский. В этот праздничный день президент пожелал ветеранам и всем бендерчанам здоровья, счастья, благополучия, мирного и чистого неба над головой.